Вот. Видишь, у нас горит красный сигнал светофора, да? У них горит зеленый, ты видишь, да, тройная секция тоже, да, и у нас тройная секция. Это мы уже понимаем, это регулируемый перекресток. Выезд из базы, вон где ремонт ТНВД написано, видишь, ну вон. У них никакого светофора нет. Они могут выезжать в любом направлении, когда угодно. Ну, только не мешать ни нам, ни тем, ни этим. То есть, это получается Т-образный регулируемый перекресток. И когда у нас горит красный, естественно, мы стоим. Когда загорается у нас зеленый, и мы поворачиваем направо, либо налево, будут идти пешеходы, ну, если они есть там. И я хочу... Почему я это говорю? Начинаем движение, и видишь, у них горит красный. Вот этот красный сигнал светофора. Видишь? Так. Не надо его бояться. Пешеходы есть, пропустили и поехали. Мы проезжаем перекресток. Это и есть регулируемое движение. То есть они стоят, нам же как-то выехать надо. Естественно, там будет гореть красный, да? Приезжаем к знаку «Уступи дорога», видишь? Так. И светофор. Мы наблюдаем светофор. У нас, кроме знака, никакого светофора нет. Соответственно, мы когда выезжаем, мы должны сейчас выезжать. То есть при отсутствии движения, получается, попутного, да, слева, мы должны выехать. Мы руководствуемся, получается, первым. Там будет красный, значит, стоим. Да, если горит зеленый, мы едем. То есть там на перекрестке нам загорелся зеленый, мы поехали, выезжали. Там горит красный. Но мы пересекаем этот светофор, проезжаем, потому что мы освобождаем перекресток, потому что мы выехали на свой зеленый. Здесь у нас своего зеленого нет. Тут смотри, они остановились, видишь, белая машина остановилась. И самое, что интересно, многие люди стоят, даже когда машин нету, ждут, пока там загорится красный. А мы должны ехать на зеленый, а они на красный поехали. Поворот не включи. Ну, уже зеленый загорелся, поехали. То есть, а люди стоят и ждут, пока загорится красный, чтобы слева остановились, и они поехали так, как мы. Они прям грубо нарушают правила дорожного движения. Нужно выезжать, когда горит зеленый.